Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы сейчас продолжим ползать и бороться с паразитами в игрушке Энтопаразитик 2. Нас ждет 13-й этаж. 13-й незаконченный этаж. И да, на 12-м этаже нам старый знакомый сказал, что если мы ему принесем или добудем какие-то образцы из мутантов, то он нам даст и припасы, и лекарства. Ну, просто так никто ничего не делает. Не знаю, где мы это все будем искать. Будем стараться. Главное, этих скафандристов оползти. Я, конечно, понимаю, что они очень медленные, но здесь и пространство очень узкое и тесно. Мне негде мне развернуться. Я не знаю. Но это мы сейчас заберем. И из этого мы сделаем что? А может быть, пока подожди, может, пока приберечь, не надо ничего трогать. Может быть, я сделаю побольше пули для дробовика. Итак, здесь где-то меня ждала засада. Снизу, сверху, то есть снизу, и я уже слышу его. Я быстро сейчас проверю, все нормально, все отлично. Итак, я сейчас рычаг где-то подо мной, как бы его нащупать. За пистолет. Рука все время тянется за пистолетом. Итак, раз. Это скинули. Нету? Был же. Или не был? Был, вот он. Получи. Ну вот, уже сумки намного легче. Но здесь кто-то еще проползает. Подожди, это что? Это рычаг. Главное еще и слушать. Здесь где-то была. Вот она, рука. Угу. Она была, она там и есть. Может быть, как-то навестись и... Ага, так не получится. Ну ладно. Вот так получится. Жалко пульку, но что ж делать? Здесь нет, да, ничего. Так, эту карту отставить. Но это мы проползали в прошлый раз. Ровно до того момента, когда этот скафандрист меня остановил. Поэтому я, в принципе, знаю, что здесь было. Здесь была рука. Если я стрельну... Да. Я прям точно в нее попадаю. Больше ничего? Вроде бы нет. Подожди, здесь... А? Вот это же оно. Делаю патроны и укол делаю. Подожди, что-нибудь помощней. Это все немножко разложить. Итак, мы сейчас... Вот сейчас самое начинается кино. В принципе, вот здесь... Подожди, вот это место, то самое место, которое мне и нужно. Сюда я могу зайти и сюда я могу закрыть. Правильно? Сюда и нужно тащить скафандриста. Точно. Точно. Ну кто здесь идет? Здесь кто-то ползет. Очень близко. Ага. Раз, два, три. Так, а если эта дверь закроется вот этой или нет? Да, она закрывается. Значит, я его буду вести туда. Что-то мне как-то вот... Вот он идет. Уже идет. Давай я прям вот... А, не могу сохраниться. Ну, и правильно. Когда враг рядом, чего сохраняться? Я, в общем, буду ждать.
Охота попробовать, конечно, пострелять, но я уж сохранюсь, а потом и стреляю в кого-нибудь. Не проверял, насколько он сильный. Может, с дробовика, конечно, его можно и пробить, кто его знает. Ну, ничего, походим здесь с ним, немножко походим. Что-то, что это такое? Откуда? Главное теперь, чтобы они меня не окружили. Походили. Отлично. Он заполз? Он заполз. Я сюда. Я сюда быстро закрываю это все. Надеюсь, они там. Да уж. О, сохранили. Давайте сюда ручку, что ли. Итак, продолжаем свой путь. Продолжаем свой путь. Смотрю, забыл, как я это все делал. 2, 3, 4, 5, 6. Значит, здесь что? 3, 4, 4, 5, 6, 7, да? 4, 5, 6, 7. Значит, 7, 6, 5, 4. Open the door. Ой-ой-ой, я не хочу туда идти. Ну не хочу я туда. Можно вниз куда-нибудь? Можно куда-нибудь вниз. Ну, будем делать что-то мощное. Мощное лекарство. Что там с патронами? Проверить, все заряжено. Вроде бы как все. О, ладно, пойдем еще или уже не пойдем? Уже идти некуда, все закрылось. Одна дорога. В ад. Что? Дискотека начинается. А что такое? Я не пойму, что такое тишина? Это как-то не по правилам. Или еще будет. Или то ли еще будет, а? Да нет, смотри-ка. Дотянулся, гад. Музыки нет? Музыки нет, но движение есть. Вот в чем дело. Движение есть. Это была ловушка для меня. Я-то думал, что не будет. Оказывается, они будут. Они будут двигаться быстро, просто сейчас почему-то музыка не звучит. Давай уколемся, не знаю. Что-то какой-то большой расход пошел. Большой расход. Прям перерасход. Будем искать каждый угол, осматривать. Не трогать меня! Здесь есть ручка. И больше ничего. А удобно так сразу все, весь радиус осмотреть? Угу. Еще есть? Патронов больше нет. 3 патрона всего лишь. 3 патрона. Все прям... Ай, рука, нога или что это было? Без разницы. Очень-очень много... Очень травмоопасная какая-то ситуация началась. Очень. Надо искать, надо искать. Здесь обязательно кто-то что-то оставил, а? Ну нет же, ну нет, нет, получается нет. Ну ладно. Два рычага, и что? Два рычага, они меня ведут куда? Нужно быть готовым просто стрелять сразу, молниеносно, потому что это какие-то маленькие комнатки, и там точно кто-то
будет. Ну что-то как-то у меня молниеносно не получается доставать пистолет пока. Так, здесь тоже еще проход. Смотри-ка, вот это если мы откроем, это точно будет что-то. Поэтому вот так как-нибудь. Раз, раз. А? А? Никого. Никого. Очень странно. Очень странно. Значит, точно здесь кто-то будет. Достал быстро оружие. Или это не сюда? А это туда. А здесь что? А как здесь открыть? Подождите. Значит... Вот это. Здесь точно кто-то будет. Нет. Нога. Слушаю, прислушиваюсь, но вроде бы как бы нет. Надо прям звук себе добавлю, чтобы вот эти шлепки слышать. А патронов больше нет. Что это было? Что это за шорохи? Не пугайте меня! Мамочки мои, да что ж такое будешь делать, а? Взяли меня, просто разодрали, да? Ну что ж, ладно, я сейчас тогда нажму на паузу, и как только я дойду до этого места, я вновь включусь, чтобы уж не затягивать процесс, так сказать. Я здесь, прием, с тем самым местом. Только ноги перебил, вот здесь этот лежит, который меня... прикончил. Ну теперь все. Теперь удача на нашей стороне. А патронов-то нет. Патронов-то нет. Где мы сейчас? Ну блин, мы почти, я не знаю. Назад? А никого нет. А никого нет. А подожди, это мы же открыли там, где были, да? Но это ни о чем не говорит. Это ни о чем. А? Подожди, залезь туда вовнутрь. Завнутрь, смотри, вот здесь что-то лежит. Конечно. Отлично. Аптечку. Кто там не взял аптечку? Эх. Ну ладно, скрафтим хотя бы такие пульки. Это оставим про запас. Так, все нормально? Дверь должна открыться сейчас к сохранению. Только надо вот еще сделать так. А! Не в ту сторону! Быстрей! Какой-нибудь шприц, уколи, сделай себе укол. Ничего себе. Я прям аж сердце зашлось. Просто здесь помереть, проползти столько и помереть. Это просто не считается. И так нельзя делать. На последнем патроне. Просто на последнем патроне. Ну, игра сохранена, только я не пойму теперь, куда мне ползти-то. У меня такое ощущение, что здесь мне что-то нужно было взять. Нет, сейчас, наверное, дверь просто откроется.
Так, получается, здесь у нас 0007, правильно? 0007. Просто открылась дверь. И я просто сейчас уйду. Но очень странно, где мне искать образцы? Или же мне все-таки придется возвращаться? Не знаю. Не знаю. Но время терять не буду. Едем на 15 этаж. Небольшой, небольшой, но это ничего не значит. Могут быть большие проблемы. Мне надо лекарство все-таки. Мне надо лекарство. Тишина. Ну что, выпускайте его. Блин, два патрона всего. Всего лишь два. Ну, скорей. Заснул, что ли? Один остался. И здесь ничего нет. Так. Ну, может, это пускай полежит пока. Много ручек. Много ручек. Просто очень много. Как... Да вот сюда же. А, что там у нас? Пятьсот восемь. Подожди. Так. Что-то мне кажется новое. 071. 695. 695 нигде нет. Что? Да быстрее же, надо что-то найти. Кажется, увидел. Так, 071, правильно? 695. 216, значит 805. Ну и темнота. И темнота снова. Зачем? Все, дробовик пуст. Где он? Где он? Здесь или там? Раз, два, три. Я уже пистолет кручу тоже. Патроны сбрасываю. Так, здесь ничего, да? Здесь ничего, кроме рычага. Значит, я сохранюсь. Возьму. Блин, пыжи. Ладно, один использую на хотя бы патроны для пистолета. Убери. Нет, рычаг нажимаю, вот так.
Чик открыл, и все. А здесь что он откроет? Зачем? 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 Хотя затем, что там лекарство. Там лекарство, значит, есть тот пузыречек, с которым я могу сделать. Патроны для дробовика. Как-то с припасами стало напряженно. Итак, сюда, сюда. Потом сюда. Прям острый дефицит ощущается. И у меня же главное нет. У меня ручек полно. Ха. Ручек полно. А что мне ручки-то? Что мне ручки? Давай-ка сохраняй игру. Где мне взять этот образец, о котором говорили? Это что, скафандрист? Скафандрист. Скафандрист. Значит, скафандриста мы сейчас будем пробовать как-то завести. Приснул, что ли? Может, я обойду и... А, нет, я не обойду. Я загнал себя в ловушку, в принципе-то. Где он? Здесь. А, как-то мне надо так, чтобы он сюда полз. Как-то мне надо, чтобы он ко мне полз. Так, уходим. Закрываем. Скафандрист там, и у меня проблемы, да? Небольшие. Что здесь было? Ничего. Пускай, может, приснет, остановится. Это не важно. Важно то, что мы сейчас... Мамочки, да что ж ты будешь делать? Какая-то нога все-таки... Все-таки уцепилась в меня, а? Давайте мне пыжи, давайте мне... Так, сверка часов. Сверка часов. Ага, идем наверх. Ну слушай, еще ползти приличное, в принципе, расстояние. Кто его знает, что там этот скафандрист сейчас задумает. Может быть, он и вернется. Назад. Хорош. Дайте патроны, не жадничайте, дайте мне патроны. Так, может быть, вот этого я ползу, не трогая его совсем. Да что ж ты будешь делать? Ожил, ожил. Ну что тебе не лежалось, а? Чего тебе не лежалось? Так, надо сюда, надо сюда. А что сюда? Мне нужно колоть лекарство, но лекарство, наверное, я буду колоть обычное, потому что это я хочу сейчас использовать на патроны для дробовика. Иначе, ну что, я совсем без ничего почти, я беззащитен, можно так сказать. Поэтому это все сюда, это сюда, это сюда. Где-то есть... Хотя бы 3 патрона. Ну все активировано. Ага, ага. Никого? Да, руки, я вижу, уже протянулись. Нет? Одна была. Нет, и вторая тоже, да смотри.
Промахнулся, наверное, по ней. Все. 4 патрона, боже мой. Или даже 3, может быть. Ладно, что ж делать, что ж делать. А других шприцов у меня нет. Ты посмотри, какая напряженка началась. У меня кругом ручки. У меня ручек просто гора. Или же надо... Или же надо за правило брать по-другому проходить. Как-то, как-то, может быть, быстро ползать, не трогать... Никого же не получится не трогать, а? У меня патронов нет. У меня нет патронов. Да конечно, вы что творите? Как я должен сражаться с этим? Слушай, я тогда не буду стрелять. А как не стрелять меня? Ну а как не стрелять? Давай будем... Давай будем пробовать на рычагах играть. Пускай он заходит сюда. Правда, я его не вижу. Блин, как-то будет тяжело это все проскочить. Как-то нужно изловчиться. Приснул. Я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Потому что если я сейчас буду расстреливать их, то где я наберусь патронов? Хотя сейчас вот это вот открой, и все начнется, да? Все снова закрутится, завертится. Нет у меня ключа. Нет ключа. Здесь куча комнатушек. Собирать их в кучу. Он не за мной там идет, а? Не за мной идут. Ручки мне не нужны. Ручки мне совсем не нужны. Вот здесь помещение большое. Вот его, наверное, открою. Его, наверное, открою. Ага. Блин. Что ж с тобой делать, а? Что ж с тобой делать? Назад. Ты что делаешь? Ну ладно. Последний патрон. Нет, еще один остался. Рука. Или нога, но это не важно. Ну, эту гадость ползучую точно надо стрелять. Но у меня 2 патрона. 2. 2. 1. 1 патрон. Кто ползет? Зачем мне столько ручек-то? Мне ручек столько много не надо. Инъекцию я, конечно, сделаю одну. Это скрафчу патроны, потому что, ну, вариантов нет. Ключ. Слишком тяжело, да ладно, не может быть, вы что? Вы что? Ну, блин, придется с ручкой расстаться одной.
Эта комната может быть послужить заманиванием, да? Вот здесь я могу оползти мимо вот этих ящиков таким образом и выползти сюда, если кто-то мне будет угрожать. Вот, например, даже открыв эту дверь. А? Никого? Что это значит никого? Что это такое? Что это? Что это за игры? Почему не открывается ничего никто? Там есть что-то? Вроде бы нет. Слушай, ну мне тоже сидеть... Где-то что-то шлепает. Где? Не понял. Кто-то будет? Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Пусто, ничего нет. Пусто, ничего нет. Почему эти рычаги как будто сломаны? Так, я был здесь, я не был здесь и здесь. Вот сюда пройти нельзя, правильно? Наверное. Открыли. Есть там кто-нибудь? А? Что, никого нет, что ли? Очень даже хорошо, но хотя бы могли положить припасы-то, ну что вы в самом деле-то? Это что открылось? Блин, я весь в напряжении. Что это открылось? Почему это не... А, ну здесь же я был. А вот эти верхние сейчас... Нет, да? Они как бы не работают почему-то. И это не работает. Может, их как-то в одно положение? Черт, ничего себе, здесь все тут зарыто. А куда мне идти? Может быть, вот сюда как-то могу? Да нет, там навряд ли. Навряд ли. Ключ открыл мне эту комнату. А, он открыл мне и этот путь. И этот путь. Идет? За мной кто-нибудь идет? Он здесь, да? В принципе, если они от меня отстают, получается... Они присыпают вновь.
Идем. Давай быстрее. Давай. Поднажми, друг. Поднажми. Ты не сдавайся. Не сдавайся. Мне кажется, он сдается. Он пошел не туда, куда задумано. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Это не туда, а не тот путь. Ладно, ты пока посиди там. Здесь большой проход. О, вот оно как. Вот оно, еще одно идет чудо. Так, назад. Нет, нет, я не могу сюда выйти. Так, он где? Он здесь. Если я пополз сюда, то куда я доползу? Вообще не пойми, куда я приползу. Ага, ага. Можно закрыть дверь. Можно закрыть дверь и его сюда не пускать. Так, закрылись. Закрылись, хорошо. Закрылись, хорошо. Сейчас я могу сделать хотя бы несколько патронов для дробовика. Три. А куда мне идти? Не знаю. Еще что это такое? Закрыться здесь? Зачем мне? Ну, это может быть, конечно, тактические какие-то уловки. Вниз, если пойду. Он что, выходит, да? Выходит. А если я сюда? Мамочки мои, они меня запутали. Кто бежит за мной? Кто за мной бежит? Они меня окружили. Что ты делаешь? Боже мой. Открывай. Это дверь? Нет, это не дверь. Как мне их завести и закрыть, чтобы они здесь сидели, а? Вот как-нибудь это можно сделать? Да что ты будешь делать? Нет, ну так нечестно. Так нечестно. Так нечестно. Ну что ж. Как-то надо продумать. Как-то надо. Как-то надо.
Ладно, давайте так, это просто оставим на ознакомительную часть, а вот я пока просто со временем у меня его нет, поэтому я сейчас закончу, а в следующий раз уже продолжим искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Просто патронов нет, патронов нет. И надо как-то действовать быстро и от них убежать, и не умереть. А здесь еще эти штуки начинаются. В общем, как-нибудь пройдем. Ну все. Ладно, на этом все. Пока-пока.